Внимание! Перфинальный забег вершины беговой дорожки. Василий Юлов, Красногвардейская спортивная школа, выиграл первый финальный забег. Второй финальный забег юноши на беговой дорожке. Кирилл Павлов, Красногвардейская спортивная школа, выиграл второй забег. Внимание! Третий забег, лидеры приближаются к финишу. Родион Акажанов, училище Олимпийского резерва, победил в третьем забеге. Внимание! Илья Ефимочкин, Федерация легкой атлетики, победил в четвертом забеге. Thank you.
Константин Шакун, Красногвардейская спортивная школа, выиграл пятый предпоследний забег. Для награждения приглашаются призер бега на 60 метров Кирилл Марченко, Тимофей Фирсов, Егор Вальцев, Марина Иваненкова, Агата Андреева, Марфа Ковалева в беге на 100 метров, Софья Гладкая, Вероника Войкина, Алиса Ерофеева, Дмитрий Апарин, Денис Фирсов, Артем Чайковский, в толкании ядра Александр Гаврилаш, Никита Гринченко, Дмитрий Степанов, Святослав Новиков, Сергей Дичманис и Александр Алексеев. Отрезки дистанции. Максим Жданов, Калининская спортивная школа, выигрывает.